Исаия, 50 глава, 2 вирш. «Почему, когда я приходил, никого не было? И когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя, которая стала для того, чтобы избавлять, или нет силы во мне, чтобы спасать?» Почему прихожу, но тебя не найти? Почему я зову, а ответа все нет? Разве сила иссякла моя, чтоб спасти? Или рука коротка, чтоб избавить от бед? Я тебе с утра раннего все говорил, и к тебе посылал я пророков своих. Только слушать меня ты совсем не спешил, в суете своих дней слов не слушал моих. Для чего мне то множество жертв, если грех в твоем сердце гнездится? Как хотел бы его я наполнить собой, как хотел бы я в нем поселиться? Как хочу, чтоб искал ты лишь только меня, от пустого, чтоб ты удалялся, сердце чистым хранил, время в жизни ценя, и всем сердцем ко мне приближался, что поставил все то, где враг душ преуспел, что подкинул тебе незаметно, обманул он тебя, ты урон потерпел. Он сказал, что искать Бога тщетно. Нет, не тщетно, ищи, я укроюсь в тебе. Оставляй то, к чему прилепился, на коленях в мольбе, очищай сердца храм благодати, чтоб ты не лишился. Помнишь дни, когда я постучался к тебе, как ты первой любовью горел, когда Духом Святым подкреплял я в борьбе, как с любовью обнять все хотел, как стремился всегда в беде руку подать к братьям и сестрам, не был я равнодушен, и последний кусок хлеба медным отдать для труда. Ты таким, друг мой, нужен. Я хотел тебя дальше тогда провести, удалив все хромое пустое, на высоты мои шаг за шагом идти. К сожалению, ты выбрал земное. Почему променял то, что я предлагал? В суету быстро так погрузился, все устроить хотел на земле поскорей, перед миром греховным склонился. А сегодня я вновь все стучусь к тебе, друг, вспомни время, любовь, где оставил. Посмотри на обиденный жизни ты круг, где холодной воды ты горячей добавил. Я тебя не забыл, вновь и вновь я зову, через скорби, болезни, утраты. Это милость моя в том, что я тебя жду. Я хочу, чтоб встречал ты со мною восходы, закаты. Я так много хочу в жизни сделать твоей, и так много хочу изменить, чтобы шел не по нелегкой дороге бодрей. Научить, как врага полюбить, научить, как прощать, в сердце гнев не таить, как поддержкой друг другу ты должен ты быть. Предо мною смирение и страх и ходить, будешь знать, где и как поступить. Я откроюсь тебе, только друг ты ищи. Хочу видеть твою я прилежность, рук в борьбе ты не смей опустить. Сохрани даже в малом мне верность, радость сердца тебе я пошлю, мира внутренностью и наполню. Я дам больше, чем мире ты этом найдешь, пустоту всю собою заполню. Да, нелегкий мой путь, только стоит идти, стоит плакать, страдать и смиряться, чтобы вечно на небе со мною прибыть. Стоит свято ходить
и лишь мне поклоняться. Ты поверь, это стоит, чтоб вечность со мной провести. Там на небе уже все готово, но прийти, чтоб туда и со мною прибыть, не отвергни от Божьего слова. Ведь большую цену уплатил я, любя, сына отдал на смерть, чтобы вечно ты жил. Ведь люблю, слышишь, друг, ведь люблю я тебя, всем потребным тебя наделил. Мое бремя не тяжко и иго легко, если свято в смирении ходить. Коль ответишь на зов и ко мне поспешишь, будешь вечно со мною прибыть. С хором ангельским вместе сольешься в хвале и забудешь про слезы печали. Стоит и мне покориться, живя на земле, чтоб достичь те небесные дали.